мною от что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной. Где? И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор не объясним, мы оба мучимся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А тот, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь приди наружу, чужих людей, ценность близких душ. Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной лете. Со мной вот что происходит. Да, нет. Я спросил у Ясина. Я, видимо, зазвонил, деньги просто. Я деньги кончились. Не ответил мне, качая головой. Я спросил у Тобана, где моя любимая. Тобан забросал меня осеннюю листву. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень не ответила проливным дождем. У дождя я спрашиваю, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая. Облако растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылся, знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний. Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена.
Я спросил,